У цьому секторі кабінети часто напівпорожні, адже робітникам карного розшуку нема коли сидіти на місці. Їхня основна робота, як то кажуть, у полях. Основна задача головного розшуку, прежде всего, это розкривати преступления. Розкривати, находити, встановлювати, задерживати, изымати все, що з цим зв'язано. Профілактика преступлений, само собой, теж є нашою роботою, але первоочередна задача є це розкриття преступлений. Как тяжких преступлений, особо тяжких, так і мелких незначительних преступлений і правонарушень. Андрій Петрович розповів, його підлеглі в першу чергу люди дисципліновані. Ті, хто може працювати без відпусток і вихідних. Ще одна важлива якість – комунікативність. Требования сейчас такие, что в уголовном розыске должны работать люди с высшим образованием юридическим, должны иметь навыки работы с людьми, быть психологами прежде всего, общаться с людьми нормально, адекватно, потому как мы преследуем цели раскрытия преступлений, а без общения с людьми это практически невозможно. Ну, я желательно, конечно, физически здоров, потому что ситуации бывают очень разные. Бывает, приходится применять физическую силу, задерживать преступников, реальных, настоящих преступников, которые оказывают сопротивление, поэтому здоровье прежде всего. Одна з найбільших проблем сектору – нестача кадрів. В нашем отделе, вернее, уже сектор, на данный момент уже сектор, ранее был отдел, должно было быть 47 человек. На данный момент у меня находится подчинение в наличии 20 человек, то есть некомплект очень большой некомплект, ну, в связи со всякими объективными обстоятельствами, которые на данный момент мы имеем, это и низкая зарплата, и условия работы, которые сказываются на семейном положении, есть свои трудности в этом. Ну, как более-менее решаем эти вопросы, будем решать, и решаем, и будем решать так, что. На питання, чого б хотілося правоохоронцям до свята, Андрій Петрович відповів, не замислюючись. Мені, прежде всего, хотілося б пожелати мирного неба всім. Как моим сотрудникам, так и жителям нашего города и всей нашей страны. Ну, потому как время весьма неспокойное. И я надеюсь, что все станет на свои места, все наладится, и работа наша, и жизнь, все станет в определенные, как говорится, рамки, и все будет как должно быть. Ну и достойна оплаты труда, как говорится. В наше время без этого тоже никуда не денешься. Виктория Крят, Юлія Чечуліна, новини, телекомпанія «Луч».